Самарцы смогут по движению трамваев сверять свои часы. Транспорт следует строго по расписанию. На новой узловой станции на улице Чапаевской диспетчеры следят, чтобы водители соблюдали график маршрута. Раньше узловая станция располагалась на Хлебной площади. На период строительства Фрунзенского моста ее временно закрыли. Вся нагрузка пришлась на узел, расположенный на улице Тухачевского. Там собирались очереди из трамваев, а пассажирам прямо в салоне приходилось ждать, пока сотрудники ТТУ отметятся у диспетчера. На это уходило до 6 минут. Раньше мы заезжали на отметку на станцию 1, на Тухачевского, теряли очень много пассажиров. В связи с этим люди возмущались. Теряли народ. Пассажир доволен, отметку не заезжаем, сразу едем мимо станции на автостанцию «Аврора». Все довольны. Довольны не только пассажиры, но и сотрудники ТТУ. Теперь у них появилась возможность отдохнуть и комфортно пообедать. Кондуктор Светлана Попова говорит, раньше времени на перекус оставалось мало. Маршруты очень длинные, в особенности тройка – это Дайон-Городка. И если ехать без отметки с этой стороны – то есть очень долго, неудобно, и в туалет не сходишь, и руки не помоешь. Пассажиров много, особенно летом, если это пыль. Мы приезжаем здесь, отмечаемся здесь, обедаем, греем еду. В общем, вот как-то один огромный плюс. Некоторые водители уезжали в нарушение нашего расписания, и получалось то, что на линии трамвая то было очень много подряд ехали, то был какой-то разрыв. Поэтому теперь здесь находится диспетчер, он точно соблюдает расписание. В связи с этим вот это вот равномерность движения теперь трамваев на линии ровно, они едут через равный интервал, и, соответственно, любой пассажир, который там отслеживает расписание, может выйти и сесть на вот любой из этих там маршрутов. Новая узловая станция на Чапаевской обслуживает 6 маршрутов – 1, 3, 5, 15, 16 и 20 трамваи. Здесь конечная остановка лишь временно. Сотрудники ТТУ отметили, что на остановке Хлебная площадь большой пассажиропоток – порядка 60 тысяч в месяц. Поэтому после завершения строительства Фрунзенского моста трамвайные пути на Хлебной площади восстановят. Дирекция ТТУ уже направила проект на экспертизу. Выполнение работ планируется в 2021-2022 годах. А узловая станции на Чапаевской найдут новое применение. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.